А я думал, танки пробиваются в борт под прямым углом. Вот так игрок. На немецком танке. Блять, нам бы ЛТГ выгнать нахуй отсюда. И было бы, в принципе, с натяжкой неплохо. С натяжкой было бы неплохо, если бы ЛТГ не было бы на центре. А пока ЛТГ на центре, все плохо. Пока ЛТГ на центре, все очень плохо. Вот нужно, чтобы этот пизденыш отсюда съебался. Потому что если я сейчас засвечусь, меня отъебут со всех сторон, блять, моментом. Из города, блять, и не из города, отовсюду нахуй. Блять, смешно стоит за щекан. Смешной игрок, блять. Второй раз мы его не простили, ребят. Но сейчас меня прощать не будут больше. Блять, это тащится, но это, блять, очень, конечно, сложно тащится. Надо что-то с ЛТГ делать, блять, как-то. Первым делом надо убирать ЛТГ нахуй с карты. Похуй, одну дадим. Там скорпион ебаный. Придется упарываться на него. Его срочно надо убить. Мне нужен центр свободный. Чтобы я мог на центре сам по себе быть. Все, центр мой. Скорпион в свету. Центр мой, скорпион в свету. Блять, тычку бы... Эх, о! Вообще идеально, блять. Он теперь еще и шотный. Вообще идеально, нахуй. Вообще идеально, нах. Просто, блять, идеально. Теперь мы еще и имеем шотного. Похуй, одну дам. Теперь мы еще и имеем шотного скорпиона. Идеально вообще. Обожаю, когда меня раком ебут. Прям обожаю, люблю. Спасибо. Очень люблю, ненавижу, у меня срывает. Ну что, две успеем? Это все потому, что арта воды, дети, блядь, заебали, пока да я кидать. Спасибо большое, две не успеваем. Слушайте, идеально едет, блядь. Но мне только скорпион может бой испортить, на самом деле. Нормально блондит игрок. Ну как там с деньгами? Спасибо. Да, дал. Отлично. Айдел, просто айдел, блядь. Это тащится, но это пиздец, как тяжело тащится. Это пиздец, как тебе. Вот, его убить и все. Блядь, если умрет сейчас Хеллкэт, это слив будет, я не вытащу. Надо на защекану упарываться. Все, пиздец, слив. Я не смогу, это не тащится. Да, и мне сейчас КПЗ прилетит, блядь. Ай, сука. Вот так, игрок, все, до свидания. Я сказал, что это не тащится, блядь, говно. Все. До свидович. Если бы пробил, вытащил. Ну как там с деньгами? Но снаряд вниз упал в упор. Я выстрелил в люк в клинче, снаряд в землю упал в клинче. В клинче снаряд в землю упал. Ну, типа, он в клинче упал в землю. Типа, я выстрелил в люк, попал в маску. Маска находится под люком. Я стоял в клинче, снаряд упал в землю. Но я дал дамаг где-то 7500. Если все блайнды позаходили, я 7500 где-то насрал. Да, 8 кусков. 8 кусков, первый бой. Но еще можно было победу сделать. Вот и победить. А, пизда. Блять, нормально. Первый бой плюс процент, блять. Второй минус полтора, нахуй. Во, вот так играем, нахуй. Вот так играем. Блять, разработчики вообще в курсе, что в этой игре дать, блять, как бы 8000 урона в 20 раз сложнее, чем дать, блять, 0. И почему за 8... Вот так игра. Так почему за 8000 урона мне дают меньше, чем, блять, снимают за 0? Это как? А, они охраняют уголь. Представили, ебало тортилы с ДПМом 4 куска, которая бы в 0 нахуй уже обоссала бы здесь всех. Вот стоит базу, охраняет игрок. Все, блядь, что-то натанковывает, ебанутый, блядь. Ну все, пиздец, тигра катила, ебаная. А, вы меня предали, два боя, нахуй, 0.15. Арта, ты предала, блядь, арту. Арта, ты предала артиллерийские войска, что ты наделала. Блядь, почему я хочу разъебенить голову, блядь, своим союзникам, дегенератам, блядь, тупорылым. Уёбищем лесным. А, леопард, ты объезжаешь. Ты, видимо, очень умный игрок.
Я успел. Ура, я вышел в ноль. Братушка белорус позволил выйти в ноль. Подождите, я ведь в упоре отпиздил, блять, хуеву тучу девяток. И за это меня брат белорус наградил тем, что я вышел в ноль. А, брат белорус, ты меня снова подставил. Ноль. Димон выдал базу и сказал, идите нахуй со своим рандомом. Ну, видимо, слабоумие напало. В этой игре нет рандома. Все такие, аргер, как может быть игра с проскилл в рандоме? Так нюанс в том, что здесь нет рандома. В этой игре управляемость оправдывается рандомом. Все такие, так это мы ничем не управляем, как мы управляем? Это ж рандом. Любое значение может выпасть. И все такие, ааа, ну дай, бать. Это очень удобное прикрытие. Типа рандом, скобочка. Но есть нюанс. Рандома нет. Рандома в этой игре нет. Если бы в этой игре был бы, блядь, рандом, я был бы безумно счастлив. Так, давайте-ка я вот так вот встану. Возможно... Бля, ебать, сука, ты предал Макрона. Что? Я не засветившись. Блять, вот бы меня 90-ик сейчас не чекнул. Блять, мне нужно срочно встать в куст. Я не успел встать в куст, блять, скорее всего, похуй. Я в свету. Блять, одна зашла. А, сука. А, не, я идеально сделал, думал, рога отсюда выкатиться, но нет. Ну, я вышел в ноль, между прочим. Так, сейчас будет снова аналитика по братушкам, которые делают эту игру. Значит, давайте проводим аналитику по игре от братушек. Я на куске дерьма. Есть? Есть. Я на карте куска говна. Есть? Есть. Я агрессивно занял фланг. Я стоял не в кустах на базе, да, агрессивно проехал фланг. Есть? Есть. Я играю против десяток, блять. Есть? Есть. Я даю 3300 урона при учете, что ближайший ко мне дает 1700, и этот ближайший, сука, на имбе. Есть, есть. 1500 урона я вливаю на скилле, потому что один залп я даю по указке, второй залп я даю, выследив легкий танк. Есть, есть. Чем богатушка Белогус меня награждает? Я вышел в ноль. Спасибо большое за награду, это охуенно. Это охуительно. Я боюсь представить, как будет выглядеть Олимпиада нахуй от Wargaming. Бежишь быстрее всех, прыгаешь выше всех. Тебе говорят, молодец, ты проиграл. Спортсмен спрашивает, почему? Ему говорят, ну потому что иди нахуй, вот почему, блядь. Аксор, ты предал Т-92, что ж ты наделал? Ну что, прожмем залпа? Или подумаем немножко. О, видите? Вот я... Понимаете? Если вы не успеете, вы всегда опоздаете. Но иногда опоздать полезно, чтобы успеть. Понимаете? То есть я не успел, и я опоздал. Но это опоздание было полезным, чтобы я успел. Понимаете? Это очень важно. Это очень-очень важно. Я зря залпанул там, скорее всего. А, игрок, ты предал всю Италию, пиздец, что ж ты натворил. Блять, пизда, я зря залпанул, очень зря. Я бы сейчас 800 урона въебал бы. Причем там никого нету, потому что если бы там кто-то был, пиздили бы моих, а моих не пиздили. Ну и нахуя залпанул тогда. Короче, на Бураска надо выходить на похуй и, не знаю, молить бога, чтобы что-нибудь там куда-нибудь залетело. И, может быть, тогда что-нибудь и смерть. Так, ну мне повезло. Бураска от страха меня не пробил дважды. Ну, вернее, как не пробил, он дважды в гусеницу уебал. Ну, вернее, не так. Дважды он уебал мне в танк, и дважды снаряд упал в гусеницу. Вот так будет правильно сказано, блядь. Вот так будет прям совсем... А-а-а, вы предали, сука, Советский Союз. Я хочу нашему М4А3 выломать пиздак нахуй. Вот что он мне дает тычку, я не успеваю кадешиться. Да, вот так игра, да, вот так игра, да, вот так игра, да, вот так игра. Они все нарисовались из ниоткуда, блять. Он вышел из тьмы. Они вышли из тьмы, нахуй, просто. Пиздец, это как Бэтмен, блять. Просто с Робином, блять, с Найтвингом. Они вылетели, блять, и все. И разбили мне ебало, блять. Только Рассельгула не хватало, блять. Вот, чтобы он, блять, вообще захуярил меня по всем правилам ниндзя, блять. Если бы тут еще, блядь, черепашки-ниндзя прилетели, я бы вообще охуел бы. Ну как там с деньгами? Спасибо. Кто первый взял 3 отметки на жопе Кити Веслова? Не знаю, Диёк его, блядь, друголётчик, наверное, какой-нибудь.
Какой-нибудь вот друг Гиёк. Вот из-за этого дауна никуда не проехать. Он рентгенить будет. А, он совсем конч, я понял. Тогда ладно. Не, спасибо ему за то, что он конч. Реально, спасибо ему большое, что он конч. Но теперь нужно советскую мощь вытолкать. СТРВ, ты предал, блядь, Швецию. Шведская королева в ахуе. Я не свечусь или я в перманенте? Что именно происходит? Мне требуется объяснение для слабоумных, блядь. Я хочу уничтожить их всех. Хочу разъебать им головы этим уёбкам. Этим уродом ебаным, блядь. Меня второй уёбок союзный выталкивает. Второй ёбаный союзный уёбок меня выталкивает. Ублюдок дегенеративный, блядь. Я не убиваю танк, который меня светит. А вот тут вот стоит... А вот тут вот стоит Су-130, блядь. И если этого долбоёба не убить, а мы его не убьём, блядь. Я получу пизды на перекатке, блядь. Какой биомусор в это играет, ебаный, блядь. Это... Я не могу, блядь, сука, я не могу с этих уёбков. Блядь, чтоб их всех КамАЗ нахуй переехал. Блядь, зверьё ёбаное, блядь. Ёбаное, конченое, блядь, зверьё ебаное в это играет. Неандертальцы, блядь. Блять, второй уёбок выталкивает за бой. Второй, блять, это, блять, я не могу. Сука, это ёбаное зверьё. Блять, ладно, надо радоваться, надо радоваться, надо безумно радоваться. Надо реально радоваться. Каждый из этих ублюдков, каждый, блять, из этой, вот, уебанов, из этих ошибок природы, каждый мог быть на улице, каждый. Всё, смерть. Да, 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 все как всегда. Он весь бой простоял на базе, а потом он фловый приехал и убил меня. А у меня-то хп нету, потому что я 5 танков соло убил, нахуй, блядь. Вот такая игра от братьев белорусов, блядь, заебись. Но что самое главное, я мог проехать, высветить его и отпиздить. Но я не смог этого сделать, потому что союзный уебан, блядь, меня вытолкнул, нахуй. Я не убил танк, блядь, шотный, а потом он нахуй перевернулся и закрыл к ебаной матери проезд, блядь, все. Вот такая вот игра, нахуй, охуительная, блядь. Не, это игра именно для тех, блядь, для кого она создана. И вид у нее именно такой, вот это вот грязь, вот это вот ничтожество, блядь, на теле мироздания. Вот этот уебан, абсолютное ничтожество. Вот для него сделали игру, где он стоит на базе, нихуя не делает, и при этом настреливает. Ну это же биомусор, блядь. Но с другой стороны, этот пидор мог с ножом быть, он мог быть на улице, блядь, он мог людей резать. А так это тупорылое ничтожество просто сдохнет, блядь, сидя за компом, и все, и никто о нем никогда не узнает. Так что эта игра делает очень много хорошего, по сути. По сути, она делает безумное количество хорошего. Потому что... совсем в крайних случаях биомусор, играющий в это говно, своим пасынком головы камнем пробивает. Вот, есть еще абсолютно реальная история. Там один танкист с какой-то этой, блядь, не такусиком сошелся, в танк играл ему, ребенок 2-летний помешал в танк играть, он взял ему голову, разъебал камнем. Вот, в танк не дали играть, суки. Это сколько историй еще умалчивается после того, как долбоебы кредитов на вафлю понабирали, блядь. Ну как там с деньгами? Ну здравствуй, здравствуй. Что здорово. Там звезды говорят? Есть ли расклад, когда игра получит сильные просадки по игрокам и разработчики сворачивать будут это? Спасибо большое. Разработчики не свернут это говно еще лет 50. Будет безумная сверхприбыль. Вот так вот блайншот. Будет безумная сверхприбыль годика через полтора. Просто, блядь, безумная прибыль. Блять, ну чтобы не преувеличить. Где-то за 2,5-4 года суммарно любых, какие бы вы ни взяли, любой диапазон. Даже выборочно, любые года существования этой игры. Крутая игра. Не было таких денег, которые будут в ближайшие 2 года. Водитель. Спасибо огромное. Т-34-100. 100. Звуки из кабины Т-34-100. Ух ты, бля, ух ты, бля, су. КАБ лияет яй. Ебать, слава нахуй. Спасибо огромное, родной. Спасибо большое.
не было такой безумной прибыли, которая будет скоро. Неописуемое количество бабла в игру вольется. Неописуемое. Невозможно описать словами, какое количество бабок будет заряжено в эту игру. Я даже такие числа вслух произносить не буду, потому что... Потому что это безумное количество. Безумное. Неописуемое. Невозможно описать то количество бабок, которое сюда вольется. Потекут миллиарды. Просто безумные, блядь. Ну, вот так, в подвернутую щеку я не пробил игрока боевого, да. Ну, можно было бы захват, конечно, сбить. Невозможно играть. Вышли в ноль, спиздили больше 2000 урона опять. Т-28, ТНХ, блядь, и все на свете. Невозможно, в землю упал снаряд. Невозможно играть, все мимо нахуй летит. Кумыс с пробитием 300, я ему лоб рубки должен насквозь нахуй пробивать. Но без шансов. Блять, на эстабу упороться. У них скорпион не светился. У меня сейчас, по идее, подсветят и разъебут со всех сторон. Но просто я понимаю, что это бой уже поигранный. Блять, а может и не поигранный, сука. А, эста не фуловый, блять. А я думал фуловый. Не, наверное, не собьют. Шансов нет у них. Я в ахуе, как они едут и их не ебут. Но если я поеду, меня за секунду спилят нахуй. 20 секунд до захвата. Ну там некому ехать. Там ехать некому. И скорпион хуй просышь где. Неужели он, блядь, не на базе? На базе. Ну, чудом вторым снарядом зацепил. Ну, в ноль вышел. А, не убил скорпиона, да? Не повезло. Ой, блядь. Ну, как там с деньгами? Блядь, не успею. Привет, Карабикус. Здравствуй. Спой чучме, как оперный певец, пожалуйста. Блядь, он успел отъехать плохо. Щищме. Блядь, он успел отъехать. Он так жопку показал хорошо. Перекручивает слегонца. Фулл сводка на задницу, да. Но попали мы почему-то ему в лоб башни зачем-то. То есть стреляли мы ему в задницу, а попали в лоб башни. Стреляли ему в борт, а попали в землю. Все, выкрутка в нулище, блять. Просто выкрутка в нулище. Он БК взорвал? А, ну да, походу. А как он еще фуллового мог уебать? Выкрутка в ноль. Нихуя не сделать. О, крутят. А так нихуя не сделать, просто ничего. Не, без шансов. Без шансов просто. Он еще позицию, блядь, нашел, что у него пушка опускается вот впритык. Нихуя не сделать. Ну, высер, блядь, против нахуй нормального человеческого танка с башни. Хуй ты сделаешь на этом ублюдке, блядь. Ебаным косоротом, блядь. Все, минус процент. В том бою чудом, блядь, задефился. Все, минус процент, блядь. Он выйдет, меня ебнет, если я заеду в борт к СУ третьему. Блять, 2-3, вот нормальный пацан. Ему только уважение, блять. Да, я же сказал выкатиться. Все. Мы победили. Уху! Но есть нюанс. Дамага нет. А стандарт, ты из кустов на базе возвращаешься в кусты на базу. Что ж ты нахуй наделал? Блять, не успею, сука, очень не успеваю. Пизда, я не успеваю, блять. Блядь, вот так. Ай, что ж ты игра натворила-то, стандарт. Ай, блядь, убили с базы. Ничего не сделать, нету шансов на этом куске дерьма. Малиновка против шестерок, занять горку, отпиздить. Все, единственный вариант, по-другому никак. Настолько выдуманных отметок я не видел, блядь, просто пиздец. Маус фуловый хуй отсосал. Гусь. Причем не АФКшный, блядь, а просто дебил, нахуй. Не АФКшный гусь, нихуя не АФКшный, а просто дебил, блядь, ебаный. Фуловый стоит, базу охраняет, нахуй. Да, вот так, да, вот так. А куда... О, блядь, хоть китаец на меня не упарывается, блядь, уже хорошо. А, он просто нахуй. Заебись, игра.
Классная продукция белорусская, блядь. И поехал нахуй по центру, и все. И поехал нахуй по центру. Вот и вся. Вот вся игра, блядь. У дегенерата нахуй конченого, блядь. О, вот так игрок. Ура! Я вышел в ноль! Но есть нюанс. Перед этим братушка белорус с меня 2% снял. Вот так он сделал игрок. Еще раз напоминаю. 6000 для роста отметки. Вот. И мы должны в эту хуйню верить. Да, вот так. Но я умер, кстати. Ну, типа я в него не попал. Ну, вот так, да. Ну, вот так. Ну, блядь, типа вот так. Ну, я типа в него... Ну, типа вот так, да. Типа они такие, типа, стояли весь бой на базе. А потом, типа, они съехали с базы и убили меня. У меня как бы уже хп нету, потому что, ну, я-то как бы всю карту насквозь проехал. Вот, а еще мне две арты полъебало снесли. Ну, типа, вот так вот такая игра, да. Респ для нагиба. Респ для нагибаторства. А, игрок. А, блядь, тебя убили. А, тебя убили. И меня убьют, нахуй. Там 20 танков, блядь, стоит ебаных. А, вот и они, блядь. Вот и эти самые танки боевые. Машины. Единицы нагиба. Вот так рикошет, а другим не рикошет. Ай. У меня пушка нихуя не гнется на этом валенке ебаном, блядь. Уёбском. А, ты бьешь меня за щекан. Ну, следующая тычка, он меня убьет, все. Поиграл я, блядь, в танк. А у меня нет тычки для залпа, боюсь. Зазвонишь. Потому что, как сказал Панков, иногда да, надо пострадать, но надо, он имел в виду фидить алкашам, чтобы им тоже было весело, и они не уходили из так называемой горы. А мы не думали, а 2-7, пиздец, не повезло. А, Прогетта, ты меня убила, нахуй. Прогетта, ты меня убила. Блять, ну это мой фейл, у меня мышка дабл-кликнула опять, блять, надо мышку купить. Вот, ну, что я могу сказать? Хуй тебе в рот, поцелуй мою залупу, залупу, лупу, блять, минус 4% суммарно. Вообще невозможно играть. Просто невозможно играть. 2-8. Опять я бой слил. Да что ж ты будешь делать, блядь? Да что ж ты будешь делать, 2-8? Сначала не попал, а потом попал. И эмоциональная качелька качнулась. И ты такой, типа, ай, пиздец, я в танк попал. Ай, в танк попал. Жесть. И ты такой, типа, юху. Карбиндрал, вас немощи. Даешь 10 тысяч планки. 10 тысяч планки, реально. 20 нахуй надо сразу. Видели, как он этот бежал? Уёбок весь бой, ублюдок стоял на базе в кусту. Как он прибежал меня ебать? Так он меня еще и ёбнет, блядь. Вот, прибежал меня ебать игрок. Вот так он сделал, вот так он сделал. Отстоял весь бой на базе, а потом приехал меня и в рот ебать, блядь. Блядь, я даун. Ну, это мой фейл, я по кнопке ёбнул, блядь. Пальчиком. А, ну дал бы на тычку больше, а, убили. Убили враги, я дрался весь бой и стоял на центре карты, у меня нет хп. А они снова стояли на базе, нихуя не делали, а потом приехали и меня убили. Все, вот так, и так, блядь, каждый бой. Ну что я вам могу сказать, метка с 92 с хуем даже, с небольшим, так сказать, превратилась в 89. А в начале стрима она вообще 90 была. Вот так мы разучились играть, ебут в задницу 3 часа, вообще, блядь, без шансов. Куда звонишь? Брат. Ты так искренне огришься каждый раз, а потом говоришь, что тебе похуй. Мы на территории постправды. Лицемер. Но люблю спасибо тебя. Большое. Отлично, мне, даишь танков. Мне не похуй, как вас палкой пиздят. Я главный противник того, как вас пиздят. Не потому, что я не хочу, чтобы вас пиздили. Вас слабо пиздят, блять. Вот так вот. Ну больно лопаткам, ну больно позвоночнику, ну мягким тканям, ну неприятно, ну что это такое? Ну что это такое? Ну ваше тело, все ваше нутро требует, чтобы вас переебали нахуй, чтобы вас расхуякало, блядь. А вас вот такой вот силой, блядь, ну что это, блядь? Ну разве это нормально, блядь?
Вас надо переебать, чтобы вас, сука, пополам сложило от боли. Вот так надо. А вас постукивают, блядь, и все. Ну разве это нормально? Ну и что мы имеем по итогу? По итогу мы имеем, что уёбки, стоящие на базе, нас всех убили. Убили поляка, блядь, который проехал всю карту. Убили меня, который проехал всю карту. Убили Лоррейна, который проехал всю карту. Убили Т-26Е5, блядь, который проехал всю карту. Что они для этого сделали? Ничего. Они сделали ничего. Они просто стояли на базе и ебашили нас. Все, блядь. Они просто ебашили, ну, просто вот стояли на базе и пиздили нас. И это уже 20-й, блядь, бой подряд, где происходит вот это вот. Это последние отметки. Я все сказал. Нет, не поеду я прижиматься. Шли они нахуй, блядь. Ну, у меня несколько вопросов. Причина, по какой он попадает с вертухи. Это раз. Причина, по какой я его в ром кумысами, блядь, переебал в дикий ром вот в каток. Это два. То есть вот непонятно. Вот эти две причины, они требуют пояснений, блядь. Ож, скобочка, Егорка проебана. Больше он не выкатится. Все, пиздец. Вот так, игрок! Блять, ну два блюк, это... Прям, сука, ну я не знаю, блять. Это то, чему стоит порадоваться в этой игре. Давай вперед уже едь, пидор, блять, ты несчастный, блять, с фул ебалом, блять. Ёбок, блять. Ну как там с деньгами? Спасибо. 14 боев, 88%. Точка, задумайтесь. Этот картавый дуралей еще бочку вот катит на авторитетов танкового ютуба с более чем 3 миллиона подписчиков. Вот так ты заявил. Вы вообще игрок. Дебилы? Вот так ты заявил, игрок. Спасибо. Да идешь ты нахуй. Да донатил, да ебанат. Но я исправился. Точно. Последние 10 мест ок тебе доначил. Это я тут ебан. Ебать, ты исправился. Ебать, ты исправился, родной. Так а чем я отличаюсь от этой игры? У каждого в этой игре своя роль. У Evil Granny хуй сосать у разработчиков. У меня скрыто хуй сосать у разработчиков. Я же вам неправду говорю про эту игру, когда ее говном называю. Ну просто всегда должен быть противовес в любой системе. Так сказать, как в политике. Система сдержек и противовесов. Я просто выступаю как противовес. Мне дают... ну, каждый день я уж напизжу. Через день мне дают бумажки. Ну, как сценарий. Что я должен... вот так играть. Да, вот так, да. Да, вот так. Все, ты умер. Тебя опять убили с базы. Все по сценарию, нахуй. Блять, еще раз. За деньги! Терпеть хуйню, блять, от минского дауна уже невозможно. Ты будешь брать бесплатно. Ты, блядь, действительно кретин, блядь. Блядь, ты ёбнутый. Ты, блядь, слабоумный, что ли, сука? Блядь. Хуй они на мост поедут, свинособаки. И мы с Имбериспа, блядь, проебём. Блядь, это просто пиздец. Это, сука, это пизда. Вас надо пиздить. Вас рвать нахуй, сука, надо, блядь. Вас надо рвать, блядь, всех. Потехи ради. Все. Сейчас, если наши базу задефит, еще, может быть, бой чуть-чуть продолжится. Типа, чего нахуй? Вы просто вдумайтесь, блядь. Это же прямая формулировка. Ты сыграл лучше всех, минус процент. Вы, блядь, вы вдумайтесь нахуй. Это вот представьте. Я не знаю, блядь, сука, я противник, конечно, сравнивания этой игры и Реала, но это не по механикам, да? Блядь, вот представьте, вы доктор, к вам человек, вы, блядь, хирург, вы, пиздец, у вас руки золотые, вы человеку жизнь спасли, он вам просто смачным харчком мокроты въебал и говорит, пошел нахуй. Типа что? Типа, чего, блядь? Вот я в этом бою... Совершив ноль ошибок, сыграв идеально, имею возможность максимум выйти в ноль. Все.
Это единственное, нахуй, на что я могу здесь рассчитывать. Все. Вы вдумайтесь, блядь. Вы вдумайтесь, блядь, в это. Шизофрения, блядь. Чел, блядь, подъедьте рентгенево нахуй. Ёбаный тупой идиот. Блядь, меня сейчас с двух сторон выебут. Сейчас подъедет, блядь, какой-нибудь долбоёб на борще. И бураск. И бураск. Говик, скобочка. Я не могу с моих хуесосов, они невменяемы нахуй. Сука, ну они же нахуй не вменяемы. Я не могу, это ужас, блядь. Смерть! Я вышел в ноль! За то, что я сыграл идеально. И это 187-й бой подряд, когда меня убивает танк, который ни одного метра с базы не съехал. Блять. Я бы нашему Индиан Панзеру руки бы, блядь, выломал нахуй к ёбаной матери, блядь. Сука, уёбок, блядь. Именно так. Вот такая вот игра. Ну и что, если я дам 700 урона, правда спиздили у меня уже гораздо больше, я выйду в ноль. Вот так, вот такая игра. Вот такая игра, прям выход в ноль. Ну, сейчас выходит Ису. Надо обязательно мне отомстить. За то, что ты дегенерат, стоящий на базе в кустах. Короче, я ее заигнорю и поеду сразу за Каро сраным. Нет, я не поеду за Каро сраным, потому что ебаный дебил, блядь, засветился. Непонятно как, нахуй. Кретин, блядь. Я не могу играть в высер белорусский. Как бы он ни стоял, я должен был его убивать. Как бы он ни стоял, я его должен был пробить. Я его не пробил. Но мы вышли в ноль. Снова, сыграв идеально, мы вышли в ноль. Снова, сыграв идеально, мы вышли в ноль. Все, до свидания. Итог стрима. Минус 0,3% отметки от того, с чего начинали. Начинали с 90, закончили на 89,6. Но есть маленький нюанс. Отметка в первый час стрима была 92, потому что средний урон был 4000. Вот так я говорю этой игре.